що ти приїхав до нас? Наше требование. Первое – вернуть активистов. Второе – убрать оккупацию с Крыма. Третье – не проводить референдум. Ну, я вышел из подъезда. Здесь меня уже ожидали сотрудники полиции. Примерно вот в двух шагах буквально от подъезда они стали меня крутить. Один душить стал, другой мне как-то там руку тоже заломал. В итоге получилось так, что из-за них я ударился об стол, там, когда они мне руки вот так назад сделали, я прямо об угол стола ударился. Через это письмо хотим узнать, дают ли они гарантию в случае угрозы для Казахстана. Потому что это общепринятые международные нормы, договоренности. Этот договор подписывали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Россия и Казахстан. В 1994 году Казахстан отказался от ядерного оружия. И они как гарантия нам дали, подписали этот меморандум. Все правительство живет за счет простого народа. Почему они не переходят на нашу сторону? Не чувствуют нас, что мы простой народ, что у нас нет столько денег, чтобы мы покупали такие дорогостоящие машины. У нас нет даже таких зарплат. Вы посмотрите, город зашлакован магазинами по продаже авто. Сейчас к узким специалистам можно попасть только через, ну и раньше было направление терапевта, но сейчас это терапевт решает, или он сам может, допустим, разобраться с проблемой человека, или отправляет это к узкому специалисту, но это получается, что гораздо очень реже, чем раньше.